Руководство Народного банка Казахстана делится праздничным настроением с жителями страны. В честь 95-летнего юбилея финансовой организации по всему Казахстану прошли необычные акции. Шымкентцы смогли бесплатно посетить дворец Муз-Сарайы. С плюсовой температурой за окном погружение в настоящую зимнюю сказку стало для горожан приятным сюрпризом. Поздравили юбиляров юные фигуристы и хоккеисты. Спортсмены показали настоящее мастерство на льду. После торжественного открытия на лед выходят горожане. Малыши и взрослые, профессионалы и те, кто на льду впервые. Муз-Сарайы вмещает одновременно 300 человек. Некоторым даже пришлось встать в очередь. Каток не смог уместить в себя всех желающих бесплатно покататься на льду. Никогда я их не водила. Первый раз они учатся. Спасибо. Очень хорошо. Весело всем. Всем нравится. 95 лет Народному банку. Процветания, успехов им долго, чтобы всегда устраивали такие мероприятия. Благодарим Народный банк за такую возможность прокататься на льду. Несмотря на то, что город Шымкент – это солнечный город, но многие жители любят лед. Это можно судить по торговым центрам. Поэтому уже видно толпу людей, множество улыбок, которые именно пришли сюда ощутить счастье, прокатиться, так как это некий адреналин, это некий драйв. Ради этого стоит прийти. Бесплатные катания на льду – не последний подарок от Народного банка, обещает директор областного филиала. Дальше акции будут только интереснее. Данное мероприятие мы не будем ограничиваться только данным мероприятием. В течение года еще будут проводиться акции не только в области спорта, но и в области науки, образования, культуры и искусства. Приглашаю всех жителей Южно-Казахстанской области принять участие в наших акциях. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех жителей Южно-Казахстанской области, наших клиентов за оказанное нам доверие. Спасибо вам большое. Желаю вам крепкого здоровья, достатка. Юбиляр Народный банк Казахстана – лидер среди розничных банков в Казахстане по самой большой базе клиентов и сетью распространения. За период своей работы банк постоянно развивается, предлагая широкий спектр услуг своим клиентам.